Вот смотрите, в Испании можно построить сразу несколько типов сооружений без получения разрешения на строительство. Это зависит от конкретного региона и местных нормативов. А что можно обычно построить без разрешения? Ну, это сразу малые строения и временные сооружения. То есть это разные гаражи, сараи, навесы. Если площадь не превышает лимитов, это обычно там 20-25 квадратов. И, соответственно, они не будут использоваться для постоянного проживания. Беседки и теплицы также могут быть построены без разрешения. И если они небольшие, ну и будут использоваться для садоводства, ну или отдыха. Садовые сооружения – это как разные садовые домики, летние кухни, небольшие сооружения для хранения инструментов, ну или отдыха на своем участке. А следующее – ограждение и заборы. В некоторых случаях установить забор или ограждение без получения необходимого разрешения можно, но если это соответствует стандартам по высоте и по материалам. Дальше. Мелкие работы по благоустройству. То есть это разные тротуары, патио, дорожки. Обычно можно строить без разрешения, если они не меняют общий вид садового участка, ну, вашего участка, соответственно. И еще один вид – это переносные конструкции. Это кемпинговые домики и передвижные дома. Если сооружения могут быть временно размещены на участке, и их без необходимости подключения к постоянным коммуникациям.